пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Пол сделает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать.
Филипп Кровинович. И теряют они мяч. Он накручивает соперников одного за другим. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочет. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Филипп Кровинович. И теряют они мяч. Он накручивает соперников одного за другим. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочет. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Полз делает его только лук. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать.
Боулс делает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Боулс делает его только лучше. Минут играют в следующем составе. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1.